Дочка, ты куда это залезла? Вот так вот приехали с Дусею погулять на природу, к озеру. Она не хочет ходить, залезла на руки, на плечи взгромоздилась. Дусёна, 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 девочка моя. Вот так вот сидим, да? Удобно тебе, красавица моя? Дусенька, бегать не хочет, там люди вдалеке, так она туда не хочет идти. На плечах удобнее, да? Эй, у тебя попа свисает, Дуся. Вот, нам уже 4 месяца исполняется на днях. Да, Дуська? Дуся выросла. Все говорят, худенькая. Дуся не худенькая. В 4 месяца лисички должны весить 4 килограмма. 4, 4,100. Дуся весит, вот вчера взвешивали, 4,600. Так что она вполне себе упитанная лисичка. Да, Дуська? Вот август месяц, у них уже начинает шубка на зимнюю меняться потихоньку. Уже юношеская шерстка выпадает. Будет зимняя у нас шубейка. Теперь она уже будет в высоту не очень сильно расти, еще чуть-чуть подтянется. А в основном будет становиться шире. Грудная клетка будет расти, голова. Дусенька на чужой территории пока побаивается. Решили ее почаще вывозить, чтобы она привыкала. Немножко, чтобы не так сильно боялась людей. Дуся.